Опять хомяка лупишь. Занялась бы чем-то полезным. Ты не шаришь. Я через месяц богаче Илона Маска буду. Ну, то через месяц, а сейчас есть вопрос поважнее. Значит, я поняла, чего не хватает нашему маникюрному бизнесу. Нам надо детализироваться. То есть диджитализироваться. Нам надо купить... Тогда слушай. Нам надо купить ноутбук. Мы сделаем свой сайт и будем вести социальные сети. Короче, будем врубаться в тренды. Врываться. Я за. Покупай. Так я это... Не знаю, куда ехать. Какой магазин техники есть хороший в городе. Ты же местная, должна шарить. Какой бюджет? Я все подсчитала, и мы можем позволить себе потратить вот эту сумму. Ну, этих денег нам хватит на две маски. Какие маски? Чтобы на голову надеть и украсть ноутбук. По-другому никак. Ну, Динка, я серьезно. Я тоже. За эти деньги мы разве что подержанную рухлядь купим. И что? Что же делать? Для начала поставить лайк под этим видео. Вы же любите Зину и меня? Если да, то, думаю, 50 тысяч вам будет не жалко для выхода новой серии. А с ноутбуком что делать? Ну, можно в Китае заказать. Я не хочу в Китай ехать. Да зачем ехать? Через интернет заказать. Пару недель и приедет. А... Зайди на сайт и закажи. На какой? На AliExpress. Ага, поняла, спасибо. Последний моментик. Я же это, китайский не знаю. Так, как она там сказала? От AliExpress. Ага, есть. Ноутбуки. Ух ты, правда недорого. Адрес доставки. Вот, приехал, родненький. Надеюсь, ты про папика на Порше. Нет, ноутбук. А, ну, давай, включай. Ага. Это что такое? Не знаю. Мне кажется, он на нас ругается. Блин, вот так и знала, что меня надурят на этом от AliExpress. Ты что, реально на таком сайте заказала? Ну да. Ты ж сама советовала. Так, ладно, без паники. Надо просто вызвать компьютерного мастера. И он нам его перепрошьет. У меня как раз и нитки, и иголка есть. Жаль, человека нельзя перепрошить. Зинуль, ты дома? Я на сегодня вызвала мастера. А мастера уже не надо. Познакомься, это Люша. Здрасте. Очень приятно, Дина. А чего мастера не надо? Представляешь, я с банкоматом опять натупила. Алёша мне помог. Разговорились, а он, оказывается, в любой технике разбирается. Ноутбук нам перепрошил. Ну, айтишник от бога, честное слово. Ну, айтишник. Ну, наконец-то. Спасибо за чай. Но мне уже пора, дел еще много. Алексей, ну куда же вы так спешите? Может, останетесь? У нас там это, утюг барахлит. У него из кончика капает. Да-да, и машинка стиральная тоже плохо сушит. А мы любим так, чтобы хорошенько высушить и вы. А у меня тут еще вот
с телефоном что-то, посмотрите. А только в галерею не заходите, у меня там фото без одежды. Так неловко. Мне правда пора, но я могу еще завтра зайти. Буду ждать с нетерпением. Будем! До свидания. Парня моего увести хочешь? Сучка крашеная. Это мой натуральный цвет. И что это он твой парень уже? Вы даже не целовались. А ты свечку держала? Я 3 года ищу айтишника. Знаешь, сколько они зарабатывают? Хрен я тебе его отдам. А, ну ясно. Значит, тебе на него пофиг. Опять только бабки волнуют. Да, бабки. Бабки, сука, бабки. Короче, он мой? И точка. Посмотрим, чей он. Когда я завтра его сразу в белье встречу. А я голая тогда. Дин, ну что мы делаем? Из-за парня срёмся, как тётки на рынке за 3 копейки. Да, фигня какая-то. Давай так, пусть судьба решит. Чей? Сделаем расклад Таро? Проще. Подбросим монетку. Решка мой, орел твой. Бросай. Что ж, значит, не моя судьба. Не грусти. Ты таких себе еще 100 найдешь. Ладно, уйду завтра из дому. А ты смотри, не просри такого парня. Работает профессионал соблазна. Ау! Говорю, привет! Проходи. Да, прохожу. Где течет? Скоро узнаешь. Ну, вроде все норм с ним. Но мы будем на утюг пялиться? Или, может, займемся чем-то поинтереснее? Стиралкой? Мной глупенький. Лёш, а ты чем конкретно занимаешься? Ну, это... Код пишешь? Тестировщик? Веб-дизайнер? Что? Ну, в IT ты кто? Продавец. В смысле продавец? Продавец. Консультант в магазине бытовой техники. Чего? Зина же сказала, что ты айтишник. Ты серьезно? Какого? Чтоб я тебя больше не видела! Совсем не понравилось. Ну, рассказывай. Ничего не было. А как так? Он из этих оказался. Из кого? Из пиздобол.